Всем доброе утро. Если его можно назвать добрым утром, идет дождь. Вот. Я жду свою рыбу. А мы с Джеком идем кушать, да? Пойдем, мой хороший, пойдем. Пойдем скорее, дождик, я намокну. Давай, быстро, быстро, бегом, 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 бегом. Вот это дождь. О, тут под деревом нету. Я заболел. Давай, быстрее, 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 быстрее. О, тут вот тоже нет. Вот, вопрос за собаку. Шатик. Ну-ка. Правильно, молодец. Да. Вопрос за собаку был. Как кушает собака? Стоя, только стоя. На. Ой, на, Кэри. Кушай, кушай. Только стоя и лежа может косточку грызть или какое-нибудь лакомство, которое ему дашь там. Кушай, кушай. Ну, давай. Вот так. Кушает собака всегда стоит. Должна кушать всегда вот так, чтобы стояла у нее чашка выше, чтобы собака голову вниз сильно не опускала. Иначе у нее вот это место потом болит. Ой, водички тебе надо. Ну, он ходит открыто, он может, вон открыты ворота. Он водички может попить в любом месте. Ну вот, пока на улице дождик-то, он вроде прекращается, я нашел себе камеры, беру, включил. И буду видеть, когда они приедут. Ну, он, кто-то, не знаю, кто привезет, короче. Ребята, приехала моя рыба, но снимать я его не буду. Ну вот, приехала моя рыба, вот такой вот упакованный куб. Написано... Форзе хлебен де тиры, то есть живые, живые звери, короче. Фиши 20 штук, вот тут вот, не знаю, что за номер телефона. О, они там шевелятся. Логистик Гамбург. Ну, вообще, они с Остерайха ехали, с Австрии. Сейчас я пойду надену сапоги и... Пойдем опускать их. Выпускать их еще нельзя, только опускать. Так, вот мы сюда их принесли, стоят они, конечно, не ровно. Сейчас я на сапог поставлю и вскрываем. Естественно, мы здесь не ссорим, так как это... Ну, вообще нигде не ссорим. Это чистая природа. Плохо мне держать и распаковывать, но я постараюсь. Да, ё-моё. Так. Откроем, они там живые, плетышатся, я слышу. Вот они. Вот они, такие маленькие совсем. Вон они, совсем такие маленькие. А вот они даже инструкцию не ложат, да? Так хорошо, я знаю, как их с ними. Контейнер неплохой, да? Ну вот. Берем сейчас и опускаем их в воду.
Вот они там такие маленькие, видно их, нет? Видно, да? Вот такие 20 штучек. Белый амур. Берем их, опускаем в воду. И они лежат в воде. Примерно, я скажу, 1.5–2 часа, чтобы они набрали такую температуру. Ну, 1.5–2 не надо, я думаю, час хватит, чтобы температуру воды взяли они точно такую же. Потом я приду через 30 минут, может быть, добавлю воды туда. Ну, короче, чтобы они запах поняли, да? Вон кувшинка какая, да? Видно, нет? Видно. Так, ну я и обещал померить тай шагами. Контейнер неплохой, да? О, пригодится. Когда-нибудь рыбу наловлю, кому-нибудь повезу, в гости поеду. Оставим. Так, вылезаем. Здесь вообще я скашивал эту сторону тоже раньше. А теперь что-то не стал. Тут не так. Она мне не нужна. Эта сторона. Так, тачку. Вон она лежит, там она у нас. Ну что, замерим тай. Сейчас вода опустилась, ну примерно отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну как раз вот 10 моих шагов метровых широких, 10 метров ширина, да? Ну и длина, сейчас будем считать. Фух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Фух, задохнулся. Широкие шаги. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Вон тут колючки. Ах, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ну и чуть дальше поднимается. Ну, грубо 35. Вот 10 метров на 35 метров. Так, вот где-то я топор тут потерял весной. И найти теперь не могу. У меня там дрова, кстати, лежат еще не пилены. Вот, 10 метров на 35 метров. Ну и глубина у него хорошая. Сейчас он помелел, омелел. Сейчас я не знаю, сколько он может. В середине 1–2 метра. Вон она, рыбка наша, лежит. Пускай принимает температуру. Ну вот, я даже не знал, что так можно сделать, заказать. Спасибо. Спасибо, что посоветовали, да? Спрашивайте за муравьев, кстати. Вот они. Это рыжие муравьи нарыли, вот они, в земле. Видно, что он там лазит даже. И вот они по всему. Ну, не по всему, но большинство на участке вот. Я их разрушаю, присыпаю вон присыпками. Они все равно портят газон мне. Ну вот раньше не было так. Было чуть-чуть, да, побрызгаешь и все. Или там посыпешь и нету. А в этом году они прям вот вообще оборзели, да? Погода жесть. Идет дождь. Ну, вроде не такой большой, но все равно. Очки я зря. Не снял очки, это плохо. Ну что, прошло время. Идем. Идем наших амурчиков выпускать. Сейчас я пролезу туда. Ух ты, колючки зацепился. Сейчас я вам покажу их. Камеру поставлю. Так, камеру не уронить. Я сама не улететь. Я сейчас смотрел специально, думаю, ну я сам знаю, как запускать. Думаю, да, я посмотрю на YouTube, может, кто снимал. Так там вообще дурдом полный. Никто правильно не запускает рыбу. Рыбу нельзя запускать так, как запускают на видео-то.
Ей нужен кислород, ей нужно, чтобы она приняла температуру. Вот сейчас она приняла температуру воды, потому что простояла час. Сейчас я хочу показать вам сперва. Можно сейчас спрятать. Не знаю, будет видно, нет? Да, я думаю, видно будет. Сейчас покажем. Ну, все вроде живые. Ну, я руками трогать их не буду, это лишнее, да? Сейчас покажу. Вот они плавают. Видно, да? Такие маленькие запускаем. Надеемся, что они будут жить. Будем надеяться, что они будут жить. Что сейчас возьмем? Водички туда запустим. Еще сперва надо воды вот это взять маленькой туда залить чуть-чуть, чтобы они маленько запах уже почувствовали этой воды. Сероводорода тут хватает. Ну сейчас мы их выпустим. Ну давайте, родные, плывите. Сейчас я камеру поближе сделаю. Оп, один пошел. Сейчас они сами будут. Я хочу, чтобы они сами ушли. Ну давайте, родные, давайте. Ну. Идите. Ой, вот это они прыгают. Давайте выходите. Вам вон какое озеро дали. Все, пошел. Вот. Не надо обратно. Не иди обратно. Все, давайте, выходим. Все, у вас новый дом теперь. Все, вылезайте все. Все вылезли. Это не голодные, наверное, будут. Пусть кушают, идут. Вон они лазят, вон они. Все, воду баламутить не будем. Вон они лазят. Пускай живут. Дай бог, чтобы они жили. Сейчас у меня температура вроде спала. Сейчас посмотрим, может быть, дождика не будет. Попозже, я после обеда попробую еще поставлю два фонтана, чтобы маленько зеркало было и им кислород маленько качался. Ну вот они, они не уходят, боятся, они маленькие еще, они боятся. Они тут вот и не лезут. Ну пускай. Дай бог, чтоб прижились. Ну вот, кто не знал, как они трансплантируются, тут, во-первых, два толстых мешка, которые не порвутся, да. Во-вторых, в обои мешки заправляется кислород, чистый кислород. С баллона запускается. Та фирма, которая лиферует, она этим занимается, ну, которая продает и увозит, они этим занимаются. Они знают, сколько нужно добавить кислорода, чтобы хватило на столько-то времени рыбе и так далее и тому подобное. Рыбу можно и по трое суток возить, даже свежую. Это я точно знаю. Ну вот и все. Такое вот получилось видео. Спасибо еще раз всем подписчикам, которые мне там советовали за белый амур. Я уж точно сейчас не помню, кто там писал. Надо посмотреть будет. Вот. И все, давайте будем ждать теперь, как они будут расти, смотреть, наблюдать. Все, всем хорошего дня, всем удачи, всем здоровья, всем пока.